А что я делаю? 60 FPS, бич! 60 FPS! О, вас не укачивает? Укачивает? 60 FPS! Бич! Хай-хай, с вами Вангай, добро пожаловать в игру под названием Five Nights at Freddy, где мы должны провести 5 ночей с Фредди. Вы же не спрашивайте меня, я сам ничего не понимаю. О, господи, здесь такая жуткая заставка. И такие ужасные звуки! Я вообще не уверен, что я смогу поиграть в такую игру дольше, чем пару минут. Да, я проиграю за эти пару минут, отвечаю. Ладно, что ж, попробуем. Такой многохваленный психологический хоррор. Я тоже должен, наверное, в него поиграть. Пожалуй, поиграем. Итак, 12 часов ночи. Мы, как я уже понял, просто человек, который сидит на посту охраны и охраняет какой-то детский садик. Алло! Алло! Я заказывал проститутку. Мне здесь грустно и одиноко. Я не продержу еще больше минуты в этой дурацкой игре. О боже. Клац. Никого нету. Круто. А вот эту музыкальную шкатулочку, где-то здесь играет, я ее, правда, не вижу из-за жутких помех. Слы антенну на место поставь, у меня эта антенна работает. Ну, в общем, буду накручивать. Ладно, это главное не забывать, это на камере 11. Надо запомнить, 11-я камера. Пожалуйста, не бросай меня, если бы он так постоянно говорил. Просто ласка для моих ушей. Хоть не так страшно. What the fuck? Ой-ой-ой! Накручиваем, потому что я не знаю, что произойдет, если шкатулка перестанет работать. Я не знаю. Но мне это страшно. Это очень страшно. Ой, звуки. Оно так как-то... Не обращайте внимания. Окей. Ну что ж, я играю. Камеры. Пройдемся по камерам. Что-то слышу. О, Банни! Он, видимо, селфи делает. Ты таки будешь пять. О, мать твою! Камера сломалась, он исчез! Куда исчез? Где он? О, боже! Что делать? Накручу! Накручу, запутать хочу! Здесь такие жуткие помехи! Слышу! По вентиляции кто-то лезет! Я слышу! Слышу тебя, мерзкая! Ты! Тварь! Где ты? Вентиляция, вентиляция слева, справа. Никого нету. Боже. Но лез же кто-то. Я же слышал. Не обманывайте меня. Я же слышал. Накручу. Психологический хоррор. Это да. Это действительно давит. Эти звуки, как будто кто-то арматурой пытается мне череп вскрыть. А что случилось? Почему не светило? Оно не светило какое-то время. Я не понимаю, почему. Мне это не нравится. Контрол не работал. Клавиатура, нормально ты? Нормально, нормальная новая клавиатура. Что ж не так? Это... Накручу, пока есть время. Нужно слушать все звуки. Не хочу слушать звуки, они страшные. 4 утра. Никого нету. Я одел маску собачки. О, жуткий тип. У тебя румянец такой приятный. Я близнул. Да, шучу. Мерзкий тип. Все можно снимать. Нету, ушел, свалил. Ха-ха-ха, он меня принял за своего. Надеюсь. Какие няшные игрушки. Let's eat. Давай пожрем, сам жри. Гребаное пирожное из Амстердама. 5 утра. Это самые долгие 5 утра в моей жизни. Буду на... Это страшно. Сейчас кто-то выпрыгнет, я же вообще охренею. О! Любишь ты селфи делать, Банни? Гребаная ТПшка, как всегда. Это какая камера? Какая камера, напомни мне, 4-я. Ладно, и сейчас я тебя еще в YouTube запилю. Твое селфи. Позорно будет. О! Что? Вторая камера не работала! Я кролика ждал в гости. Выскочила утка какая-то.
О боже, я только что себе глаза натер. Так, давайте еще раз попробуем сыграть. Что думают мои соседи? Думают, что меня тут убивает. Но нет, я жив! Жив, цел, орел. Поехали дальше. Видимо, после этого джампскейра меня просто... Я другой человек стал. Сменил трусы, знаешь, другой человек. Мразильда. Так, звони мне еще раз, мой дорогой друг. Объясняй мне полчаса. Я пока что не знаю. Ты мне не интересен как собеседник. Поэтому я посижу ВКонтактике. Тем временем уже два ночи. Окей. Очень приятные звуки издают мои наушники, которые заставляют просто радоваться и любить жизнь. Любить жизнь, как еще никогда не любил. Так, нету никого. Боже, это такой экшен. В Call of Duty такого нету просто. Куда все делись? А что камера? Здесь было другое что-то. О боже, сейчас что-то случится. 4 ночи, по-любому на меня кто-то прыгнет. Чувствую это своим местом приключений. Ребята, приключения, час. Ждут там кролики, я болтус вас. О, он прыгнул на меня. Меня нет. Уйди, пожалуйста. Пожалуйста, свали, пожалуйста. О, надо накрутить, пожалуйста, надеюсь, он ушел. Я сейчас убираю ноутбук, и он прыгает. Я убираю ноутбук, и он прыгает. Одеваю. Что? Лезет кролик, лезет. Где-то здесь был. Кролик. Там кто-то есть. Одену, пожалуй, шапочку-собашечку. Сейчас, подождите. Иди нахер. Он лезет! Надо накрутить, во что бы это ни было. Я не знаю, зачем я накручиваю. Как будто ввожу тот код 48151623042. О! Одел! Пожалуйста, живи, сиди, не снимай эту шапочку, пожалуйста, мой дорогой друг, не снимай ее. В ней так удобно, так комфортно, так уютно. Осмотри. Я выжил. Все, теперь надо идти подавать заявление на увольнение. Опять приперся на эту гребаную работу. О, вот это постер их рок-группы. Гребаные сатанисты. Нет у нас православных активистов. Так, стоп, давайте накрутим опять. По-моему, нечего бояться сейчас. Но я не знаю, на всякий случай просвечу, да. Слышу, рядом слышу кого-то. Ну ты подбираешься, по-любому сидишь. Ну хватит. Ребенок! Не люблю детей. Ночью. Смеющихся ночью. Детей. О! Вот так как тебе надо! Я спрятался. Пожалуйста, не смейся. Подписчики смеются. Накрутить надо. О! А, надо накрутить! Накрутить! Уйди! Я накручиваю! Нет! У меня сейчас паника какая-то. Одел, сижу, неспокойно. Ушел кто-то откуда-то. По канализации. Слева, справа, прямо. О, кексик. Не, спасибо. Спасибо, он у тебя страшный, как вся твоя жизнь, гребаная рокерша. Ушла она ли? Накручивай, пока есть время. Хотя, откуда у меня есть время? У меня сейчас не будет времени. Ха-ха-ха-ха, не будет больше вашего времени. О боже, ты самый жуткий со всех, кого я видел здесь. Что у тебя в руках? Ты же не хуй... А! Это было глупо! Надо было сразу одевать маску, посижу. Ребята, я свой. Откуда у меня вообще-то маска? Что за глупости? Здрасте. Заводим шкатулочку. Одевай! Кто-то где-то здесь. О, не
Нет, я не могу так играть. Все, ребята, я надеюсь, вам было интересно смотреть этот ролик. Я надеюсь, это так. Я от всего сердца нахрен. В общем, если это было так, то почему бы не подписаться на канал, не поставить этому видео лайк, оставить комментарий. 60 FPS, 60 FPS. А с вами был Ангай. Всем бай-бай. О боже, 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 боже. О боже, боже, боже. Боже, боже, боже. Господи, боже мой. Господи, помилуй, помилуй. Господи, помилуй, как там. Господи, я не знаю молитву. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.